Всем привет! Я у себя на огороде. Решила немножко заснять. Вот так вот сирень у меня вот уже цвести будет. Вот. Это значит смородина красная и белая. Вот цветов столько будет. Это черная. Вот так вот вся зелененькая. Значит, вот здесь я подсадила ирисы у меня вот вылезли хорошо. Вот. Гортензия, вот у меня раскрываются почечки. Вот. Здесь у меня тоже вот. Я все думаю, откуда пойдут цветочки. Вот отсюда, может быть. Я все думаю, вот эти убирать почки или нет. Вот эти круглые. Вот, в общем, посмотрим. Хочу понаблюдать, откуда полезут цветы. Вот крыжовник наш старый. Ну, так вот у меня распустились кусты смородины. Вот нарциссы еще не цветут. Я вот как-то в другом месте сажала их. Они у меня плохо росли, можно сказать, не росли. Дочь говорит, мама, убери их отсюда, здесь же кусты. Ну, во-первых, я смородину никогда не поливаю, очень редко, когда мы ее поливаем. И там вот всегда сухо, и они очень хорошо вот растут. Там вот скоро цвести будут. Уже вон бутончики набирают. Вот. В общем, вот тут тюльпаны. У нас уже еще они не цвели. Вот тоже бутоны. Вот. Розы я сюда пересадила. И у меня вылазят лилии. Вот ромашечки я сюда пересадила. Прошлый год посадила. Вот они. Ну, а это вот лилии у меня вылазят. Вот. Я их никогда не пересаживаю. Очень редко. Вот. Вот. Вот эта лилия большая. Вот эта лилия. Там вот такая луковица здоровенная. На рынке я видела, продают вот такие здоровенные луковицы, и они очень дорогие. Я думаю, господи, что же за сорт такой? А это не сорт. Это чем больше возраст лилии, она тем, значит, больше у нее луковица. Вот. И у меня вот. Вот тоже большая такая лилия. Вот, значит, у меня вот здесь ряд лилий. Вот здесь тоже лилии у меня. Вот они все вылазят. Здесь пион я оттуда пересадила. Закрыла пока от кур. Мало ли что, вдруг они вылезут и все испортят. Все перекопают своими лапами. Розочка вот пошла. Я вчера вечером высадила баклажанчики. Вот такой рассадничек сделала. Потому что они уже цвести у меня будут. Их так жалко, на окне они стоят. Еще жара такая. И, в общем, я вот тут от солнца... У меня укрывного материала нету. Он старый весь порвался. От него толку нет. И я решила вот так покрывалами, пледами вот так накрыть, чтобы не жарило. Вот некоторые подвяли. Вот. А некоторые ничего так хорошо стоят. Здесь вот 22 градуса. Вот. Ну, я думаю, они примутся. Вот так вот накрыла. Вчера я с вечера накрывала, чтобы с утра уже не пекло. У нас с утра уже пекет. Здесь у меня лилейники. Вот. Там тоже лилейники. Вот. Вот так поживает мой перчик. Вот я его высаживала, я показывала. Вот я его прям, я полила прямо сейчас из шланга холодной водичкой. Ну, в общем, потому что мне не хочется это все открывать. Я посмотрела, земля так немножко так суховатая была. Ну, не очень. Ну, в общем, я побрызгала и немножко полила. Ну, вот так вот он у меня ничего стоит. Посмотрим. Здесь, значит, 4 грядочки мы посеяли морковь. Я, чтобы земля не сохла, засыпала этими опилками. Мы полили и засыпала я опилками, чтобы земля не сохла, и чтобы эти мураши не утащили семена. Вот, а здесь 3 грядочки. Нет, тоже 4. 4 грядочки у нас лук.
Мы посадили лук. Вот здесь золотой шар у меня растет. Вот как один раз посадил маленькую веточку. Вот так как сорняк разрастается. Вот. Здесь я посеяла семечки. Вот такие три маленьких таких грядочки. Вот, это моя тепличка. Я вот так вот закрываю обычно, на всякий случай, если вот меня здесь в огороде не будет, и вылезут куры, чтобы они мне туда не залезли в теплицу, я вот так ставлю решетку. Потому что если они туда залезут, все, здесь ничего не будет. У меня уже редисочка там такая маленькая становится, наливается. В общем, мы скоро будем кушать редисочку. Вот помидорки у меня так хорошо стоят. Вот. Капуста вон уже, я ее пикировать не буду, что-то она вот там вот, я пикировала, что-то она плохо совсем у меня это принимается, я буду, не буду ее пикировать, она вроде бы там вот не очень, это часто, редко вроде бы. Ну так мои помидорки стоят, первый куст, там уже помидорки завязались у меня. Я на следующий год буду пораньше сажать помидоры, потому что вот уже... В апрель, в май месяц, я в апреле высадила, май месяц, вот там уже помидорки есть. А на этих только завязывается. Вот мои баклажанчики. Я их отсюда буду переваливать в открытый грунт, но пока они у меня сидят здесь. Вот. Здесь я вытащила свои петуньки. Это вторые петуньки у меня, которые я пикировала. А первые хочу сейчас уже вытащить, на улицу поставить, потому что на улице жара. Вот так вот они у меня на солнышке. Сегодня ночью я их не заносила. Они у меня оставались на улице. И ничего, ночью было где-то 15 градусов, по-моему, тепла. Вот здесь я делаю грядочки. Здесь я буду сажать фасоль. Я вчера вот одну грядку сделала. Вот сегодня еще до конца сделаю грядки. Вот. И, в общем, посажу фасоль. Вот так у нас, значит, растет чесночок. Ну, чеснок вроде бы так неплохой. Вот мы сажаем часто, потому что у нас места очень мало. И надо нам на маленькой площади посадить все. Вот. Здесь я посеяла морковь, я уже показывала, но у меня вот что делают кошки. Я прям не знаю, что делать. Я вроде бы уже сюда вот палки ложила, но нету солнышка, и прям так жалко, я их снова убрала. Вот это тоже надо сетку всю убрать, потому что у нас уже вылазит лучок. Вот. Чтобы земля не сохла, я засыпала. Вот. Земля сырая. Вот, не надо поливать. Земля сырая. Жара. У нас вчера было 25 градусов жары. Даже, по-моему, что-то сын сказал, что 28 как. Ну, не знаю. Я что-то даже вчера не смотрела, сколько у нас было градусов. Вот вылазит лучок. В общем, я засыпала, чтобы земля не сохла и не надо было поливать. Вот. Вот так вот мои растишки. Тот короб я хочу посадить тыкву. Сегодня, наверное, посажу. Вот здесь мы еще не успели поднять все сделать. Вот там у меня в ящике сидит козюлька. Это она от жары прячется туда. Вот. Пригон я ее загнала. Ой, от работы много. Надо успевать все делать. Вот. А здесь я посажу тыкву. Вот такой короб. Ну ладно, всем пока-пока. Что хотел показать, показала. Пока.